Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня у нас будет серия по игре Mudrunner. И сегодня у нас интересное такое задание, друзья. Дело в том, что я сегодня в этой серии буду вести на Запорожце вот такой вот холодильничек, который заказала моя бабушка, и мне нужно достать его к месту назначения. Соответственно, она живет в такой вот заброшенной деревушке, поэтому здесь, парни, нам придется пробираться сквозь грязь, болото и все остальное. Надеюсь, мы справимся. Потому что Запорожец — это не внедорожник. Он имеет только задний привод. Машинка маленькая, компактная. Но тем не менее, кстати, я вам скажу, что в моей семье также был Запорожец. И именно вот такого вот цвета. Может, там плюс-минус оттенок немножко менялся. Но дело в том, что Запорожец у нас был ЗАЗ-968. Да, ребята, это легендарный кузов. Именно таким вот Запорожцем владела наша семья. И не только наша семья, а даже Владимир Владимирович Путин выиграл в какой-то лотерее его. Кому интересно, можете загуглить эту информацию в интернете и поискать. Да-да, именно президент России владел также Запорожцем. Поэтому, ребятки, все, начинаем и будем как-то пробираться сквозь эту дорогу. Давай-ка заглянем на карту. Короче, вот такая вот карта. Нам маршрут у нас не слишком таки большой. То есть нам по прямой и доехать вот до пункта назначения. Надеюсь, мы справимся, поэтому давай-ка, родимый наш Запорожец, попробуем тебя довести до нашей бабушки. Бабушка заказала, потому что у нее сломался холодильник, а может и даже и не было, поэтому нужно ей отвезти. Прикупил я в городе холодильник Розенлев, финский, хороший, поэтому должно у нас все здесь получиться. Давай, 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 кочегарим. Но ты знаешь, все равно машина все-таки пробирается сквозь такие вот болота. Здесь, видите, или трактором они накопали такие ямы, грязи навезли. Но дорог здесь как не было, так и нету. 21 век, ребята, но благо то, что хотя бы здесь вот столбы есть и провели электричество. Это уже, ребятки, большой плюс. Вот здесь вот, я не знаю, нам нужно как-то, наверное, объехать вот эту воду, потому что что-то у меня такое предчувствие, что моя машина там сядет брюхом. Поэтому нужно как-то здесь искать какие-то объездные, скорее всего, что пути. Попробуем как-то пробраться. Так, ну давай, давай, давай. О-о-о, все, да, застрял. Назад. Ну давай тогда попробуем в воду, может в воде здесь как-то... Грязи, трактора, машины поменьше навыкидывали. Да, ребят, смотрите, я пробрался на своем зепике. Как его еще называют? Зепер, запор, да, как еще этот, эту легендарную машину могут назвать. Так, ребятки, здесь вот у нас болото, но тут я явно, тут я потону однозначно. Поэтому, наверное, нам нужно вот сюда вот брать вправо и вот здесь вот по... траве как-то вот это вот все проезжать. Поэтому бабушке нужно как-то довести. Здесь он, надеюсь, мы ель эту не сломаем. Давай, 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 кочегарим. Е-бэби. Че, не смог проехать? Давай сюда вправо возьмем больше. Эх, блин, а что ж такое? Запорчик, неужели ты не можешь здесь выехать? А ну, давай. Давай, с разбега, с разгона. Давай сюда поближе возьмем. Там, скорее всего, что... Ох ты, уперлись в ель. Но холодильник, смотри, какой хороший, да? Привязал. Ну, увы, другой машины у меня нету. Давай, 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 давай. Ну что ж такое, что я не могу здесь проехать или что? Так, парня, а ну-ка давай-ка мы посмотрим маршрут. Вот здесь вот я смотрю, где-то тыквы там вот растут. Может, туда чуть подальше возьмем? Может, из-за того, что вот этот вот камень там справа, он нам мешает развернуться. Давай сюда возьмем. Так, кусты, все, давай крушим на своем пути. Есть, можно даже тыкву бабке привезти. Смотрите, какая тыква здесь уже большая. Ое, бэби, ребята, я проехал. Ну, там я точно бы загруз, ребят. Это 100%, я вам просто вангую. Так,
Вот тут вот я не знаю, куда нам ехать и как. Наверное, вот сюда мы поближе вот так вот возьмем. Так, поворачиваем. Давай, давай, давай. Как-то немножко будем выруливать. Я думаю, справимся. Запорожец, машина класс. Тут никаких вопросов не должно быть. Не, ребят, тут, наверное, надо брать вот сюда вот. Вот так вот. И вот так вот, наверное, мы возьмем и проедем. Короче, тут деревушка, смотрите. Раз, два, три, четыре. Четыре, пять домов. Один вот тут вообще рухнул, походу, заброшенный какой-то домик. Ну да ладно. Погнали. Едем с этой стороны. Ой, видишь, маршрут я правильно здесь проложил себе. Так, теперь нам нужно, что нам нужно? Нам нужно где-то вот здесь вот, вот так вот проехать. О, смотри. Да нормально вообще машина тащит. Запорчик. Кстати, обратите внимание, это я в Запорожце здесь сижу. Давай-ка я вам вот так вот покрупнее. О, видишь? Надо немножко шею размять. Дорога длинная, тяжелая. Так. Надеюсь, я здесь не потону. Так, парни. Ну, тут особо тоже сильно нельзя. Потому что здесь, вот видите, канава такая, она заросшая травою. Мне кажется, что я там сяду больше, чем, наверное, нужно брать сюда и по воде проехать. Надеюсь, я сейчас не сяду здесь брюхом. Давай, 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 Запорожец. Запорожец, это вообще, это легендарная машина. Где ее только нам не показывали. Даже в мультике Простоквашино. И там тоже, там семья дяди Федора, тоже она ездила на Запорожце. Приезжали в деревушку. Поэтому, ну, я считаю, что такие вот легендарные автомобили, они должны быть в игре. И это очень хорошо, что именно хотя бы в нашей игре MudRunner можно увидеть нашу советскую технику, без которой, ну, просто... Ну, вот хочется просто свои какие-то машины видеть в русской какой-то игре. Так, ну, парни, где-то вот как-то вот так вот мы проедем. Так, встречай, бабушка, внука. Внук едет, тебе везет холодильник. Так, парни... Смотрим, как нам здесь проехать. Ну, скорее всего, что вот слева, наверное, мы вот так вот возьмем, потому что тут мы явно не проедем. Вот так вот давай. Берем сюда. Машина грязная, придется у бабушки ее потом отмывать еще полдня от грязи. Потому что если я вернусь на такой машине обратно в город, то все, то меня полицейские оштрафуют, скажут, не... Дружок, твоя машина фейс-контроль не прошла. Но смотри, не хуже любого внедорожника. Какой тут этот самый полный привод. Никакого полного привода. Никакой блокировки дифференциала. И смотри, как тащит. Да вообще просто огонь. Вот эта машина. Так это с грузом сверху. Представьте, это холодильник еще весит там килограмм 100, наверное. И машина. Я не знаю, какой сухой вес у Запорожца, но, скорее всего, что тоже где-то в пределах там 900 килограмм, 800, может, где-то в этих пределах. Так. А что тут? Тут вот я смотрю, какое-то болотико, да, у нас есть. Так, парни, а ну-ка подраскинем своими мозгами, стоит ли нам ехать через воду или все-таки вот так вот в объезд, но нам придется тогда снести бабушке заборчик, который и так у нас хиленький, вяленький и скоро сам посыпется. А, у бабушки вон туалет есть, типа сортир. Так, ну окей, ладно, давай-ка, ребята, давай поедем, следуйте по маршруту, следуем. Может, сюда нам нужно вот так вот взять. О, сейчас я в салон воды наберу здесь. Давай, 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 газуй. Е, бэби, смотри. Вот это зеппер, вот это запорчик, молодец. Так, и нам теперь нужно сдать. И вот там, где силуэт красный Запорожца, нам нужно туда как-то развернуться. Тут еще вот камушек такой мешает. Я не знаю, не будет ли он мне мешать, когда я буду сдавать на этом
автомобиля. Так. Пробуем развернуться. Эх, немножко не так стал. О, все, есть. О, поездка к бабушке. Вы завершили испытание. И что тут у нас? На одну звезду прошел, но начните испытания ночью провалено. Не используйте лебедку выполненной. И не отпускайте педаль газа провалено. Ну, ребят, я проезжал как мог, но надеюсь, вам эта серия понравилась. Рассчитываю на ваши лайки и подписочку, если вы впервые. А также ждем, ребята, продолжение серии Spin Tires. Вот буквально 28 числа уже выходит SnowRunner. Ждите на моем канале. Будет полное прохождение этой игры. Надеюсь, оно будет не менее интересно, чем эта игра. Ну и всем спасибо за внимание. С вами был Boost, канал про бездорожье ралли. Дальше будет еще интересней. Пока.